Добрый день, сегодня 3 июня 2021 года. Я хочу вам показать свой наряд на сегодняшний день. Планов больших нет, мы просто поедем на ланч. Мы решили не на ужин выезжать, а на ланч выезжать, потому что я стала поправляться. Очень хорошо мужчину кормлю, что называется. И женщина ужин любил есть один перед телевизором, поэтому я могла шейк или бар вечером съесть. А с этим мы и ланчуемся, и ужинаем вместе. Поэтому я ем так же, как хороший мужик называется. И мы с ним обсудили, и вчерашний день уже так провели, что ланч у нас был так посерьезней, а на ужин он доедал то, что у нас накануне кусочки какие-то остались. А я уже просто выпила шейк, потому что ну, хочется себя в форме держать. И мне было это всегда легко, даже при том, что когда вот возрастные изменения начинались. Я же в школу ходила, я с собой брала либо бар, либо шейк. И вечером иногда могла заменить еду, поэтому вес так держался. А сейчас мне проблематично становится, и я так чувствую, что... талия куда-то исчезает. Поэтому я, конечно, готова к возрасту, и у меня вот рубашечки всякие набраны. Вот это совершенно новая рубашка. Сегодня первый раз ее надеваю. И она от какой-то, видимо, достаточно популярной фирмы. Мишка называется. Причем первоначальная цена у нее была $140. Обыкновенная рубашечка. Вот разобыкновенная. Только вот моя расцветка с рыженькими тонами, и с голубенькими, и со всякими. И поэтому я надела и штанишки рыженькие, и босоножечки у меня вот такие рыженькие тоже есть. Вот такая поеду на ланч, ну и весь день дома так провожу. Я вот уже как нарядилась с утра, так день хожу, за исключением тех моментов, когда мы уходим в горы. Мы в горы либо вот возле дома ходим, где-то возле озера. Либо выходим на тропинку, которая называется хайкинг, уже где тропинка. В горах маршрут проложен, и вот вчера мы сходили в такую, естественно, я одеваю тогда. Когда мы дома ходим, я в обыкновенных кроссовочках. А когда вот хайкинг уже, то я надеваю башмаки последние, вот я привезла из Оклахомы, раз замечательные. То есть они даже и щиколотку держат так хорошо, что если ногу подвернешь, то ты ее уже не угробишь. И штанишки надеваю длинненькие, потому что у нас очень много poison ivy, и я в коротких уже не хожу, меняю штанишки. И какую-то обыкновенную футболочку. Вот в этом случае я переодеваюсь, но домой прихожу. Если тут дома, то просто возвращаюсь в прежнюю одежду. А если хайкинг, то душ принимаю и снова одеваю то, в чем вы меня видели, когда я записываю ролики. Даже если я не снимала наряда дня. Ну, а раз у меня вот такая вот новая блузка, ни разу мы ее не надевали, я решила вам показать, как наряд дня. Из украшений на мне сегодня все очень весело. Мне захотелось, вот тоже первый раз сегодня наряжаюсь, мне захотелось выгулять вот эти вот сережечки, от Бетси Джонсон. От Бетси Джонсон, у которой Логан «Too much is not enough». У нее всегда накручено. И вот такие вот сережечки. Я прям сережки тут вот потеряла, не потеряла, но вон там, но я ее доставать не буду. Прямо во время записи ролика свалилась сережка, потому что замок плохой. Она сделала расшикарный замок. Я, наверное, сегодня вечерком, когда их сниму, я еще про них там порассказываю, как здорово она все придумала. Никуда ничего не потеряется, несмотря на то, что сережечка-то не самая легкая. Она не тяжелая, но она и не самая легкая, но она никуда не потеряется. Вот такая она большая молодец. Я очень люблю этого дизайнера. Причем она такая возрастная дама, но такая игривая. Вы можете вот посмотреть ее работы дизайнерские. Это нечто. У меня много от нее уже всего набралось. А сережечки эти выгуливаю первый раз. Во-первых, я не носила очень долго сережки, чего-то уперлась, не хочу, и все называется. А во-вторых, одну из ювелирных своих шкатулок, небольшую, я привезла от дочери вот всего неделю назад, потому что мне то надо, то другое надо, оно, оказывается, не все здесь. У меня вот получается вот три больших кейса с украшениями. Любила наряжаться, будем любить продолжать наряжаться. Вот сюда я повесила змейку,
Ну, видимо, в те времена, когда я себя приучала не бояться змеек, я взяла. И, кстати, у меня одна змейка лежит в подарках. Когда я вот езжу, у кого-то останавливаюсь, я набрала целый мешок ювелирных изделий, те, которые поинтереснее звучат, и среди них есть змейка. И вот девочки, ее никто не выбрал. Я думаю, может быть, надо ее себе оставить. Когда вот небольшой вырез, она вокруг горлышка так. Попробую. Может быть, себе оставлю. Здесь у нас Лерина колечко, потому как мы будем выходить. А здесь мои любимые перышки. Вот так оно у нас будет. Все вместе. А сюда я надела ее же кольцо. Вот смотрите, черепашка. А на черепашке черепашонок маленький сидит, и он крутится вот такой. И такое у меня кольцо лежит тоже в тех запасниках. Кто-то, может быть, его выберет. Из ароматов у нас сегодня Michael Kors Sexy Ruby. Я его добиваю. Я вот им почти каждый день сбрызгиваюсь тем, чтобы освободить место под то, что я хочу. У меня закончился флакон, который мне дарила девочка в Москве. Приехала ко мне прямо на свидание к памятнику Маяковского, по-моему. Да, к Маяковского. И подарила мне Си. У меня когда-то давно-давно был, она мне его когда подарила, я поняла, что я его люблю. Сейчас он закончился, и я хочу снова его купить, надо освобождать место. У меня один флакон у дочери стоит на те случаи, когда мы там остаемся переночевать, чтобы мне было чем себя побрызгать. А здесь у меня очень небольшая полочка, вот когда буду вам показывать дом, я покажу, что у меня вот только столько места под ароматы. И я не хочу где-то еще ставить полку, потому что, ну, считается, что их надо держать в темноте все-таки. Они у меня в ванной, за дверочкой, все спрятаны. Ну, вот буду то, что не очень мне нравится, быстрее разбрызгивать и брать то, что мне нравится. Вот Си мне очень нравится. Спасибо, дорогая, что вы не просто захотели мне подарить эти духи, но за то, что и время нашли. Она не смогла приехать ни на одну из наших встреч там, но приехала ко мне, вот когда я с родственниками встречалась, она туда приехала буквально на две минуточки. Буквально на две минуточки. Спасибо большое, дорогая. Вот такие мы будем ароматные. Потом я подброшу еще перед тем, как мы будем выходить на ланч. Как-то они быстро выдыхаются, но мне это в радость, потому как быстрее закончится. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Спасибо, что заходите и на этот канал тоже.